ребят, машинки, всем спасибо. Давайте, кто первый попадает в лайках, забираю сразу же. Так, закрепляем. Привет, ты самый лучший, дай Бог тебе здоровья, пожалуйста. Ваня, спасибо большое, тебе тоже. Давайте попробуем 50к набить. То я давно не набивала уже. Мне кажется, это долго надо вести эфир. Забираю сразу же скреп. Значит, нужно немножечко пострадать, а потом уже это. Главное прям не впадать. Да я такой, как могу. Вот, и это самое. Так, все нормально будет. Главное, нормально. У меня будет писать 2 месяца. Это тяжело, но это, наверное. Да бывает на разные темы у всех. Поэтому это нормально. Главное, чтобы он не затягивался. Депрессия есть свой вайб. Не знаю, мне не нравится это чувство. Отвратно. В том плане, что ты вообще деградируешь по факту. А теперь одно веселье по факту. У меня уже по 3 недели ничего не хочется и вижу. Ну то, что жить, это вообще. Ты это убирай с головы. Разные ситуации в жизни бывают, но прям. Просто нужно понимать, что это временные трудности. А, приветики, Ваня, из России, город Владивосток. Я их просто то, что первый раз слышу, я их как-то не ловлю, не понимаю. Мне нужно их несколько раз послушать, чтобы я вообще так ничего не поняла. Не привязываться так, как можно.
сама по себе большая, такая же фигня. Ну, надо как-то это усмирять. Ваня, Рил. Да уж, иди нахуй, поэтому да уж. Рак, я тоже рак, кстати. Чем занимаешься? Ты ничего, сидим с ребятками. Я рак. 6 декабря альбом «Розы» придет за 30 кг. Предзаковял. 30 кг. Это, наверное, вообще нормально. Ты депутат, предзаказ еще. Депутат, Андрюха. Я рак по знаку зодиака. Ну вот раки, они самые такие... Это, я рыбка. Зря ты так, зачем? Катя, хочешь иметь дело с ночью? Да все нормально, ребятки. Все понятно. Просто... Кто-то наоборот не любит автотюна, когда это очень круто сделано, это очень круто звучит. У меня есть рак. Как дела? Все нормально, у тебя как дела? Я фанат Розы, она мне нравится, так что ничего не жалко для нее. Да все понятно, я понимаю прекрасно, конечно. Если есть человек, которого ты обожаешь. Меня зовут Катя, ребята. Кто не знаком с меня. Я обожаю «Мой 66», это 10 метров от дома. Вот эту песню, потом... «Май-май» легенда. Да и много знаю треков. «Мой 66». Говорю, чё, спасибо. Время так быстро летит.